Всем привет! Сегодня мы продолжаем с вами моделировать нашу канистру. Вперед! Теперь сделаем ручку. Можно сделать ее разными способами, и я покажу один из них. Значит, переходим в шейпы и делаем обычную линию, сплайн. Примерно повторяю профиль ручки. Почему у меня сплайн выглядит так? Переходим в настройки. И здесь у нас есть Enable Render, Enable in Viewport. Есть эти клавиши, галки нажаты. И здесь выставлен определенный размер, то наш сплайн превращается в цилиндр. И в зависимости, как мы выставляли точки, он повторяет, цилиндр повторяет форму. Если отжать эти галки, то сплайн превращается в обычную полосу. Превращаем их в точки безье, даже можно одну. Здесь можно скруглить лет. Теперь переходим к нашей модели. И здесь есть кнопка Extrude Alone Spline. Выбираем наш сплайн. И наш полигон экструдировался вдоль сплайна. Продолжаем дальше моделить нашу канистру. Выставляем точки по профилю. Здесь добавим одно ребро. Вот так. Выставляем точки снова же по нашей картинке. Shift, выделяется кольцо наших ребер. Жмем Connect. Выделим еще раз ребра, connect. То есть стараемся максимально точно приблизиться к нашему изображению. Значит, в этом месте нам нужно соединить нашу геометрию и сделать цельной. Выбираем ребра. Давайте сначала удалим эти, просто делить нажимаем, да, они удаляются. Ненужные ребра. Зажимая Alt, снимаем выделение. Жмем Connect. Проведем линии до конца.
Хорошо. Теперь выберем вот эти точки. И жмем масштабирование, сведем их примерно по размерам ручки. Выделяем полигоны нужные, внизу которые. И удаляем. У нас появилось два отверстия в ручке и в канистре. Теперь нужно нажать Target Weld и выбираю точку. Наши точки склеиваются. И закрывается геометрия. Выберем наши ребра, Connect, клоним к точкам. Нажав на эту кнопку, она изолирует нашу выбранную в данный момент модель, чтобы остаться нам с ней наедине. Хочу, чтобы не было вот этих вот разводов. Выделяем все наши полигоны, переходим к группам сглаживания, нажимаем Clear All и Auto Smooth. Он автоматически выбирает по 45 градусов, сглаживает примерно так, как надо нашу модель. А здесь, скорее всего, понадобится еще ребро. Нужно сделать нашу ручку более круглой. Так, и та же самая операция с этой стороны. Еще мы видим, что именно горлышко сужается, и эта часть канистры более вздутая. Как-то вот так вот оно выглядит примерно. Горячая клавиша, чтобы перейти в обзор сетки F3, F4 показывает при невыделенном объекте наши ребра. Спасибо, что смотрите мой канал. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока.